Приветствую вас, меня зовут Светлана Иванова, мне 51 год, я из Москвы. И сейчас я хочу поделиться с вами своим результатом по снижению веса. Все началось 2 года назад, когда, ничего меняя в режиме жизни, в режиме питания, на фоне гормональной перестройки организма, я сильно поправилась. Сильно поправилась — это за 3 месяца я прибавила больше 20 килограмм. Потом еще в течение 3 месяцев я еще несколько килограмм набрала, и на этом мой вес стабилизировался. И все мои попытки сначала остановить этот рост, потом, когда он стабилизировался, я перешла уже к этапу снижения веса, и все мои попытки были безуспешны. Что я предпринимала? Я делала детокс организма, я голодала. Я даже использовала капсулы для похудения. За это время я использовала 3 раза разные программы с разных компаний, специально разработанные программы для снижения веса. Я даже обращалась в клинику, в которой мне там продиагностировали меня и сказали, что не хватает у меня определенных вещей в организме. И вот, выпив, пройдя определенный курс волшебный, мой вес должен просто легко и непринужденно вернуться в исходное положение. Но не просто не удавалось достичь желаемых результатов, результатов не было вообще. Было такое впечатление, что мой организм закапсулировался, и он не готов отдавать ни одного грамма. И когда я познакомилась с компанией EPL, мне очень захотелось попробовать на себе эту продукцию, потому что импонировала сама компания. Я слышала много восторженных результатов по применению этой продукции. И, считая себя условно здоровым человеком, я решила начать с программы детокс. Входит в нее ALT – это очистка сосудов. Это противопаразитарный, противовирусный препарат и защита печени. Согласитесь, что в наше время такой детокс нужен абсолютно любому человеку, даже самому здоровому, самому там, ведущему самый здоровый образ жизни и так дальше. И вот решила и я начать свою программу с этого комплекса. Я уже не ставила перед собой цель снизить вес, потому что, говорю, был уже богатый опыт, абсолютно безуспешный, и разочаровываться еще в очередной раз как-то уже даже не хотелось. Я оставила этот вопрос, но есть как есть. Не я одна в этом мире вошла в переходный женский период и набрала вес. Но на фоне приема этих конфеток, да, это очень-очень вкусные конфетки. Все они имеют разные вкусы у каждого комплекса, но все они очень вкусные. Так вот, на фоне использования этих конфеток я чувствовала, что я маленько схуднула. Мне, конечно, было это приятно, чувствовала некую легкость. Но я не думала, что какой-то это такой результат, который, вот знаете, на уровне вау. Но прошло 3 месяца, когда я принимала эти конфетки. Благо, что эти 3 месяца пришлись на лето. И меня в течение лета многие люди не видели. И в конце лета начали все приезжать. И все, абсолютно все мои знакомые, без исключения, с изумлением, с восторгом начали мне говорить, как я похорошела, как я постройнела, и задавать вопросы, а что же я такого делала, чтобы получить такой результат. И я ни капли не лукавя, сначала даже отвечала, да ничего особенного я не делала, вот как-то само собой. И на самом деле я была честна, потому что принимать такие вкусные конфетки — это же удовольствие, это, ну, никакие не усилия. Вот те усилия, которые я раньше предпринимала, это действительно были усилия.
и нулевой результат. А это разве усилия? Кушаю вкусные конфетки и наслаждаюсь. Вот. Но, тем не менее, абсолютно никаких других причин для такого результата не было. И я тут уже стала на весы. На весы не вставала давно, потому что не хотелось расстраиваться. Ну, а тут, раз уж все говорят, что все хорошо, решила я зафиксировать, во что же это выливается, как мне казалось, чуток схуднула. И оказалось, что я скинула 13 килограмм. За 3 месяца я скинула 13 килограмм. И это было очень как-то мягко, незаметно, очень комфортно. Конечно же, этот результат меня очень порадовал. Я бы сказала даже, он меня осчастливил. И самое главное, он меня вдохновил для дальнейшего, более серьезного подхода к этой программе. Потому что за эти 3 месяца, ну, периодически я допускала какие-то нарушения. Иногда я забывала, что надо скушать какие-то конфетки. Вот. И сейчас же я нацелена уже более серьезно. Сейчас я понимаю уже, что моя цель прийти в исходное положение по килограммам, она абсолютно реальна. Так что, друзья мои, невозможное бывает возможным. И если мой результат вас вдохновляет, то, пожалуйста, пишите мне. Я оставлю свои координаты в описании к этому видео. И я с удовольствием поделюсь более подробно с вами всеми нюансами использования этой программы. Также познакомлюсь с другими программами компании APL. Все они замечательные, все они очень вкусные и очень эффективные. В этих конфетках сосредоточена огромная сила от растений. Применяются высокие технологии, которые позволяют саккумулировать и усилить те полезные свойства, которые есть в растениях. Так что, друзья мои, как говорится, welcome, добро пожаловать. Я вам желаю всяческих благ, счастья, здоровья, процветания и всего наилучшего.